мы отправляемся пообедать вот в это заведение, которое называется Gales Bakery. И сейчас мы вам немножко его покажем изнутри. Это очень оживленное и довольно востребованное место. Оно такое, как сказать, со вкусом. Когда вы приходите сюда, вы берете отрывной талончик. Отрывной талончик берем, вот он, вот так вот он выглядит. Здесь номер 38, и вот там Виктор. Вот, значит, и на табло видно, кто и что. 39 – это я. Значит, там сейчас Света сейчас подойдет. Вот, и тут большой ассортимент всего на свете. Я вам так немножко показываю. Сейчас в другую сторону подойду. Вот мы продолжаем рассматривать красоту. Там курочка. Все очень вкусно. Вот это мне накладывают куриную ножку и овощи на пару. Побольше немножко, да? Ну, можно больше немножко, да. А вот сладенькие ряды пошли. Вот так пирожные, знаете. Все вкусненько. Продолжаем движение. Все очень прикольно. Я не знаю, видны ли вам цены на это на все, но там 2,50, 3, 3,50. Такого. Такого. То, что вы видите, друзья, это наш со Светланой ланч. Вот он тут стоит 17,31. Света, распаковываем. Чего у нас тут на $17? Так. Это мой... Нет, это твое, да? Это тебе. Постой, постой. Это курочка, а то... Картошка запеченная. Картошка запеченная. Так. Забирай к себе. Так. Мое. А это вот тоже курочка с овощами. Все. Так, Виктор нам расскажет, что это. Это анчоус. Рыбка. Это twin baked potato. Так. Это как бы вдвойне запеченная картошечка. Яйцом, сыром. Да. А вот это, просто, а вот это, типа булки, что это? А это же бейкери, где мы сейчас. Вот это же как бы булочная, да. Поэтому они сами пекут вот такой хитрый хлеб. Понял. Здесь как бы сюда приходит да. Просто булку купить. Это, ну, я бы сказал, булочка. Это называется, по-французски называется круассан. Круассан. Окей. А там еще один круассан. Это обычный. С каким-то салатиком он идет. Похоже на рыбный. Да, да, да. Так. Это туна. Туна. А это какие-то сухарики. Да, это на будущее. Теща как-то. Понял. То есть мы на самом деле скромно перекусываем. Скромно перекусываем. Все.